Привіт, я Нікіта Дрюченко, і мої гості, як завжди, е, на спортіку. Іра. Я вже спілкувався з вейкбордистами, але е, вони були значно молодші, ніж ми з вами. Взагалі, і вони розказували про те, що вони там чемпіони світу е, Європи багатократні. Думаю, коли тобі 13-12 років. У цьому виді спорту вік важливий чи ні. Якщо, наприклад, ось нас подивиться чоловік чи жінка, наприклад, там сорок років і скаже: о, все це моє точно, я хочу цим займатися. Вік важливий чи ні? Нет, в этом виде спорта возраст не имеет значения. Самое главное, чтобы было желание попробовать. И, конечно же, не бояться воды. У вас когда выникло желание попробовать? <laughs> это вообще случайное такое вот желание. Неожиданно для меня было. Мы от работы решили собраться коллективом и где-то отдохнуть. И пошли на Синтозу Кейбл Парк. Это, скажем так, единственное место в Днепропетровске такого масштаба, вот, и решили попробовать на вейкборде, вот. Многие, конечно, взяли водные лыжи, вот, ну, я ага. думаю, ну, я же не ищу легких путей, и мне на тот момент было 28-27 на, на лыжах лет. складнейше? Легче на лыжах. А. На, да, на лыжах легче, стартануть легче, поехать легче. На вейкборде немножко специфика, как бы нужно больше вес тело держать над доской, плечи нигде не заваливать, uh -huh. в общем, такие есть маленькие нюансы. По сути, это был корпоратив. Ну, можно считать, да, как встреча с друзьями. Ось, все началось с корпоратива, и на данный момент ваши ось, здобутки в виде спорта. Uh, ну я уже второй год подряд абсолютная чемпионка Украины по двум версиям. Это международная версия IWWF и uh, тоже как бы международная как бы версия ВВА. Вот, uh, uh, ну, немного они между собой отличаются эти две федерации. Uh, вот, ну скажем так, я пока абсолютная чемпионка. И плюс uh, в прошлом uh, в 2019 году было первое место, мы ездили в Братиславу, это был Golden Trophy Tour, и у меня серебро на чемпионате Европы Це в Германии. Это какая нагород вас порадовала, скажем так? Ну, скажем так, каждая награда радует, потому что ну, все мы тренируемся как бы спортсмены вот, и идем к какой-то особенной своей цели. И на самом деле, когда ты выходишь на, ну, на стартовую, там готовишься, когда тебе дают ручку в руки, ты уже не ставишь себе план занять первое место. Ты уже просто едешь свою программу. А самое главное здесь это доехать. До конца, потому угу. что в некоторых федерациях есть возможность падения ну, при выполнении там, трюка либо Air, либо на фигурах. Вот, то, а, вот по той федерации, которая как бы, мне ближе, по которой я, скажем так, расту не только как спортсмен, но и как судья, а, вот по IWWF федерации. И а, там нельзя сделать ошибку, нельзя падать. То есть у тебя есть два заезда, и ты должен а, показать а, максимум. Пав то все уже как нокаут. Ну, no, no. да, но есть как бы вторая попытка. No. Из двух попыток выбирают вот максимально лучший результат. Где еще за кордоном? Вибували на змаганнях. Є е, е, перше сорівнування, на котрий. Я про чому це таке питання? Бо мені здається, ну я коли там е, починаєш щось гуглити або в ютубі шукати вейкбордінг, і тобі показують просто якісь неймовірні пейзажі. І ти такий, Боже, який класний вид спорту. Я хочу також е, біля пальм е, катати. Ось де ви. Бывало. Ну, скажем так, из заграничных вейпарков я была вот в Словакии в Братиславе, в Германии на соревнованиях, когда были в чемпионате Европы город Бекум. Ну, в принципе, в Германии это как бы, скажем так. Там максимум парков. Там, uh -huh. на, наверное, на 20 километров будет три парка стоять. Там это очень популярный вид спорта, а, потому что вот система Риксен, которая вот электротяга, uh -huh. кольца, а, это а, не там вырубляли. Да, а -а -а. да. И вот здесь там производят и, скажем так, это а, ну вот україні потрібно потрібно так розумію рівнятися с на такий рівень так серед європейських uh, країн ну, у нас как бы немножко сложно с этим, потому что очень многие как бы не знают этот вид спорта. И он довольно-таки, ну, допустим, скажем так, недешевый в плане оборудования, чтобы поставить кольцо, довольно-таки нужна локация хорошая, водоем должен быть более-менее закрытый, чтобы не было волны. Вот. Плюс сама система дорогая ага. в обслуживании. Ну, сколько коштує, например, один тренувальный день? А, ну, если вот брать как прокатный день, так. то это на реверсивной канатной дороге, которая тянет вперед угу. и назад, стоит 800 гривен и 900 гривен. 800 гривен в будний день, 900 гривен в выходной день.

либо обучаются, то есть нужно первые вот хочется там стать на вейк, но очень боишься кольца, вот то на реверсе можно спокойно научиться стартануть, поехать, войти, Ази. да, вот получить да, основы. Я знаю, что вас тренует ваш человек. Да. Так, скажите, будь ласка, а он тренер и в дома також тренироваться строит? Нет. Який он, расскажите в дома? и на тренуваннях. Як у него вдається ось вот, з вами коммуникацию? Як він суворий, мабуть, тренер? Ну, скажем так, не суворий, ну, как бы мне больше, ну, как характеризовать это, я думаю, что у нас какая какой-то коннект, что вот если говорить, надо делать, то надо идти и делать. Вот дома все намного проще. Он перемыкается. Да. Ага. А у него какие-то добудки? Коль кстати, тренером, дуррачу? Ну, мы вместе начинали, скажем так, путь в эйгвординге, ага. и он тоже занимал и призовые места и на Кубках Украины, и на этапах Украины, но, скажем так в силу того, что э, молодежь прогрессирует намного быстрее, чем уже возраст, вот поэтому ну здесь уже немножко переходит на как делиться опытом своим, более подсказывать, как правильно сделать трюки, потому что вот ну молодежь она из в силу бесстрашия своего они ничего не боятся, вот сказали ехать на фигуру, они Важно, это будет огромная фигура, или маленькая, они поедут. И вот тут нужно их направить правильно: как заехать на нее, какую зарезку нужно сделать, как нужно толкнуться, в какой момент толкнуться. То есть со стороны это видно намного лучше, чем спортсмену. Ну и так же, как и я тренируюсь, ну, когда я начинаю учить новый трюк, мне сложно. По, ну, сложно для понимания, но когда видят со стороны мои ошибки, что где-то там плечи не туда пошли, или там толчок не той ногой был, или еще что-нибудь. Вот. Ну, в общем, как бы приш, пришел к тому, что вот в тренерстве ну, намного, скажем так, более полезен будет, чем на выступлениях. Профи-спортсмены зарабатывают цим на життя? Uh, да, конечно, это идут коммерческие соревнования, потому что вот когда рейтинговые соревнования, там нет призового фонда. То есть ты uh, едешь на соревнования, оплачиваешь uh -huh. сам себе все. <laughs> Проезд, проживание. За грамоту уча. и диплом, по сути. Uh, ну, за медаль. Це престижно, але это престижно, но это никак не финансово не, да. не поддерживается. Нет. Uh, Як профі-спортсмени э, стають зірками у вейкбордингу? Це все завдяки спонсорам? А, ну, Щоб стати звіздвою від спорту, потрібно, немножко, скажімо так, мн... безстраші. <реш> вот потому что а, спонсоры приходят на зрелище а, если спортсмен показывает сложные трюки а, неординарное выполнение это могут быть локации а, вне парка а, это могут быть просто каналы с водой и тебя тянет машина и ты уже mm -hmm. делаешь трюки там на вообще не приспособленных локациях а, можно а, в там, в бассейне что-то как бы показать сложные элементы ну нужно зрелище для того чтобы привлечь спонсоров в Украине как бы спонсоры ну на данном этапе как бы как таковых их нет потому mm -hmm. что спорт для Украины я считаю он молодой и очень мало малоизвестный по сути это еще Його сприймають як хобі, як хобі, звісно. але по факту це екстремальний вид спорту. Да, це екстремальний вид спорту, Ну от може бути кадайво включать в олімпійський вид спорту, щось поміняється. Наприклад, як на зараз на Олімпіаді, так скейтбордінг, так да. ну це досить довгий шлях. Мені здається, треба пройти ще. Да, ну вроді как планують в 32-му году. Угу, так недовго залишилось. А в Україні є ж якась там федерація вейкбордінгу, яка збирає команду українців, і вони рушають за грамотами, але не за фінансовими винагородами. О, у нас є федерація, не одна федерація УВВФ, яка йде під под ЕГИДой IWWF. і є УВФ, яка йде подарунку. Як багато букв, так да. добре. которые идут под эгидой ВВА, то есть Международной Федерации, вот. Но опять же в силу того, что вейкборд такой как бы молодой и не олимпийский, угу. то ну, хочешь собраться на соревнования, тебя никто не держит. Не сезон бывает у вейкбординга? Сейчас уже нет. Сейчас уже нет. Почему? Потому что раньше вот в Днепропетровске, в Днепре, был не сезон, это когда кольцо закрывалось там в октябре месяце и открывалось в, в мае. То есть с октября по май все складывали ручки и сидели ждали на, на досточках. Ну или поехали в теплые края кататься. Вот. То сейчас есть возможность заниматься в бассейне. А ага. тесь ми круглий год на доски. Так ну ми вже зрозуміли, що це екстремальний вид спорту. Е, якщо це екстремальний вид спорту, е, виходить, що він травмонебезпечний. Так, да. е, які з який захист е, існує у спортсменів, і які травми можливо були, е, або ти знаєш про якісь травми у когось? Е, Ось навіть спорту. Ну я розумію, що гепнутися в воду на такій швидкості е, не дуже приємно. Да, есть такой момент, но прежде чем выйти на, на воду, обязательно это шлем жилет спасательный антишоковый это специальный жилет, который его функция не 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 чтоб держать на воде, то есть он поддерживает на воде, но если вдруг будет какой-то удар, он более как бы смягчает этот да. момент и он ну, и в них как бы они такие органе что них удобно, то есть это не вот эти оранжевые спасательные жилеты, которые там на каноэ да вот это более такие вот уже идут приспособлены для того, чтобы делать какие-то сложные трюки. Травмы? Ну, травмы, в принципе, фу -фу -фу, слава богу, как бы никаких серьезных не было. Ну, как только когда я начинала, немножко ну, была ретроградная амнезия. Это когда... Это <связь> ретроградный Меркурий, ну, только амнезия. <связь> да, это когда выпадает из жизни час времени, два часа времени. То есть ну, ты просто перестаешь помнить, что происходило с тобой. Ну, это когда э, можно швабру словить на воде. Что это такое? Это если ну, как мы едем по ходу движения, <связь> а швабра это если мы, допустим, станем, э, поставим доску Перпендикулярна, і можемо задавити в носки ліба вперед, ліба назад. І це вот такой вот хлопок виходить. Мені здається, я відчув цей біль. <гум> <гум> Слухай, а тоді давай так. А, які ще терміни? Мені про швабру сподобалось, які ще існують ось терміни у профі-спортсменів, і ти їх просто поясни. Ну, якийсь такий сленг ваш, що ще таке є цікаве. Ой, я так сразу не скажу, но, может быть, по ходу я Добре. буду... Добре, Дома, <laughs> домовились. Ну, зловити швабру, треба запам'ятати. вейкбординг uh, – це субкультура? Это комьюнити. Это, вот, скажем так, мы все команда, и мы все семья. У нас там, куда бы мы ни поехали, в любой парк, это в Украине или за границей, мы все общаемся, вот как будто мы знали друг друга давно. Вот mm -hmm. это какой-то такой, я не знаю... Ну, Какая-то атмосфера особенна. Це як у горах побачив людину з бордом. так? І ти такий, ой, ти також це робиш? <гум> 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 а це відбувається з спортсменами із інших країн, не лише я так розумію, з українцями. Ну, просто вы избираетесь, и все ради бачите. Да, это все. Ну, а тем более с заграничными спортсменами, потому что ну, в Украине еще, может быть, есть вот этот такой момент такой конкуренции, ну, в силу того, что как профессионально занимается не очень много людей. Ну, и все же знают, а, там кто-то там то-то -то прыгнул, кто-то там то-то -то прыгнул. Вот, то заграничные, они больше как поддерживают друг друга. У них нет такого вот соревнователь Момента вот как а там чтобы кто-то там упал или еще ага. что, -то. ну вот какие-то а, такие. А е, зараз я его. Да, упал да, Зараз да. я становлюсь. Там идет поддержка, то есть э, на старте все стоят и друг друга поддерживают и наоборот болеют, если уезжается какой-то там новый трюк на соревнованиях или более сложный или вот э, там ты знаешь программу соперника и в этот момент э, там вместо какого-то сложного трюка он прыгает более легкий, и ты такой, о. Зачем? Зачем? Ну зачем це живи? Це Ну, раніше. От іменно поддержка. Трюки, до речі, чи існує у вашому ком'юніті? Ну, щось таке, якщо ти це робиш, то на всій планеті Земля про тебе дізнаються і кажуть, то Бог ведь бордінгу просто. Або що ти хотіла б е, якийсь елемент виконати? Е, щоб потім себе це я зробила. Ну вот, допустим, допустим, вот то, что было, да, вот как как было и как это восприняли uh -huh. там, остальные ребята. Вот в прошлом году, когда я поехала на соревнования в Киев на чемпионат Украины, то получилось так, что, ну, в принципе, все сильные соперники, и тут нужно было уже как на все бабки делать. Uh -huh. All <laughs> вот. in. Да. И получается, ну, э, мой тренер Ростислав э, uh -huh. говорит: "Все, делаешь той сайт бэкролл. Это когда зарез записал потом узнаем, что это означает. Так, мы ну, разумеем, что это про элементы, так? <laughs> Да, это прыжок с носков. Это это сложнее элемент, чем прыжок с пяток. Вот. И э, на тренировке я раз падаю, два падаю, три падаю. Потом думаю, ну зачем оно мне надо? Ну зачем? Ну и, в общем, один раз я там кое-как уехала на тренировке. Ну, в общем, тут соревнования. Приходят соревнования, день соревнований, и ну, ну все, ну нужно ехать. Ага. И все. вот когда на старт выходишь, мозг отключается, и вот у тебя в голове просто программа. И тут я уезжаю этот трюк, конечно, там с бэкчеком. Ну. <laughs> ми розуміємо, про що мы говорим. И <laughs> вот. я провожу, полностью заканчиваю уже свою программу. И ну и тут как бы такой момент ожидания ожидания решений судей. потому что ну, судьи пока посчитают все баллы, пока сравнят mm -hmm. между собой программы, у кого сильнее, у кого слабее, там заходы на фигуры, сходы на фигуры, там контроль фигур. То есть ну, это настолько такая колоссальная работа у судей, и они всегда страдают, естественно. я буду Да, вот и я выхожу на первое место, и все, в принципе, благодаря этому трюку. Но я его не делала никогда на кольце до этого. То есть я его тренировала на реверсивной дороге. Вот. А в этом году я уже поставила на нашем кольце в Днепре. Да, так что будет он в программе у нас. Тренер что-то знал просто. Просто что-то знал. Слушай, чи спортсмены, ты особо что, диета какая-то Uh, ну, скажем так... Чи нет. там статы трошечки легше перед смаганием? Ну, нет, формату. здесь такого нет, здесь должно быть комфортно себе. Потому что бывает такое, там, когда межсезонье меньше тренируешься в бассейне, но ну, если там в, в летом, то практически каждый день можно тренироваться, но в бассейне определенное количество там, времени возможно. Вот. И ну, в любом случае в зимний период все мы кушаем. И естественно набирают все, вот. И когда приходишь уже на кольцо в uh -huh. начале сезона, пытаешься делать трюк, который делал ранее, и ты такой думаешь, о, блин, что за тяжело. И да, бывает такое, что вес немножко дискомфорт uh -huh. дает, ну как бы в качестве выполнения элемента, я бы так сказала. Вот если мне удобно там в своем весе, если у меня чуть-чуть больше идет, то мне уже сложнее, скажем так, какие-то там сальтовые, Зрозумяло. ну в общем. Угу. В какой момент в жизни ты зрозумела, что так, это уже не хобби, теперь я профи спортсменом хочу быть. Ну на текущий момент я отношусь к этому как к хобби больше. Это можно назвать и секретом твоего успеха? Может быть, может, потому что все соревнования, когда я выхожу, я выхожу просто катнуть в удовольствие очень многие к этому подходят по-другому, вот у них ощущение что вот они сейчас проиграют ну вот настрой настрой такой я всем всегда говорю, ну вы же ничего не проигрываете, ну ваша задача выйти и показать, что вы умеете ну и все никто выше своей головы не прыгнет если ты не прыгал, там какой-нибудь трюк КГБ-5 допустим ой, теперь кгб что это такое? как бы бэкролл. Бэкролл – это зарезка, получается, это как сальтовое вращение с воды. Зарезка идет в общем, вот так вот. И крутишься вокруг себя. А КГБ – это когда ты ушел в сальто, остановился и еще докрутил 180. Вау. Wow. Uh, ну, я только еще think, уявлял это в голове. Друзья, в любом случае, вы просто Знайти відео і подивитися, що таке взагалі вейкбордінг. Подивіться, це, це круто. Питання. Якщо я завтра о, вдягнусь і піду о, на парк синтоза так, о, покататись. Ось, о, дай мені пораду: з чого все повинно розпочатись? Ось я завтра білий аркуш паперу. Ніколи не стояв на борде? Можливо. <laughs> uh, ну, сначала, конечно, я порекомендую uh, начать с и просто стартануть и проехать один круг. Uh, потому что это поможет правильно войти в поворот, uh, почувствуется вот этот вот баланс на воде, сама как тяга тянет. То есть, ну вот как, как держаться за ручку правильно, что ее mm -hmm. не нужно на себя там никуда тянуть. Вот. И после того, как пройти уже круг, Uh, спокойно можно идти брать учебный борт и пытаться стартовать. И первая задача – это никогда не тянуть ручку на себя. Все, вот это вот, когда мы висим на ручке, все, мы сразу же падаем назад. Нужно mm -hmm. просто тихонечко взять и просто стать на доску и поехать. Ага, добре на себя, на Натя. <laughs> будь ласка. Мне нужна еще порада, точнее, не порада, а ответ. Питання таке: чи буває у вейкбордиста, екстремала, людина, яка сприймає змагання як хобі? Чи буває у вас взагалі ось спортсменів твого формату пенсія? Як там, 30 і скосів років футболісти йдуть на пенсію? А у вейкбордингу буває пенсія чи ні? Ні. Нет, ну, скажем так, пенсии не бывает. Бывает просто тот период, когда уже человек не может выполнять сложные трюки. Но кататься продолжают все время. Тебе не втрачается кайф, вид змагань, и багато постійно катаєшся, катаешься, робишь, какая-то рутина. Ні? Нет, вот опять же, это все подход. Если подходить к этому как к упорному труду, что вот я должен, я обязан и так далее, то, конечно, это все напрягает. Если подходить к этому вот как работа в удовольствии, вот у меня это работа в удовольствии. І останнє. В тебе є 30 секунд, щоб звернутися до глядачів oh. і вмовити їх завтра стати на борт. О, май гад! О, так! Це складно. Так, секундочку. Так. Ну, приблизно 30 секунд. Уяви собі. Поїхали. Uh, Всім привіт. Я чемпионка Украины и хочу вас пригласить попробовать очень крутой, очень зрелищный вид спорта, который называется вейкборд. Может быть вы когда-нибудь, конечно, слышали о нем, может не слышали, но э, вейкборд это настолько крутой вид спорта, особенно летом. Солнце, пляж, вода и вы едете на доске и все. И вокруг вас просто э, идиллия. Это... Спорт в кайф, я вам всім рекомендую. Приходите на Синтоза Кейбл Парк. А, друзі, я, я взяв з собою плавки, ми пішли купатись. Це був Нікіта Двченко на Спортіку. і повірте, тут у приміщенні просто енергія е, зашкалює. Ще побачимось.